Надо слушать радио Радонеж. Слушать радио Радонеж. Надо слушать радио Радонеж. Молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Вот хоть треск, Хоть весь мир там развалился. Я всегда готов молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Нужно слушать радио Радонеж. Биться головой об стенку, смиряюсь. Теперь нужно надеть черную одежду, взять в руки четки, ничего не есть, не пить, только ходить в церковь, молиться, поститься, ни с кем не разговаривать, только знать духовника, келью и все. И не смей пикнуть. Читайте утренний молитв и не думай ни о чем. Ой. Но ведь мы еще так молоды. Ну все грех, все нужно отсечь. Только вот в церковь молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Туфли на резиновой подошве, длинная черная юбка до пят, рюкзачок, платочек, четочки. Все, значит, я не молюсь, отращиваю космы, спутанные длинные волосы, склокоченная борода, стоптанные башмаки, а лучше сапоги, а лучше вообще в военную форму одеться и пугать народ. Ты ничтожество, жалкий грешник, урод. Все в тебе, что есть, это зло и грех. Тебе приготовлены вечные муки, страшный суд, ад и погибель. Страшный суд, ад и погибель. Ад и погибель. Ёлки-палки. Это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Пародёра. С похмелья. Смотрите вокруг, везде вот чудеса, знамения. В России перед вторым происшествием. Число 666. Евреи, масоны. Я вот ненавижу евреев. Очень обеспокоен засилием масонов. Масоны ведут свою ужасную подрывную работу. Негодяй. Мы хорошие, все вокруг плохие. Это уже глубокая психиатрия. Ну как к этому можно относиться? Лечиться. Нужно посетить хорошего психотерапевта. Пожалуйста, наместника не говорите.